Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дамы и господа. И тут у нас такая темка, однако... Выбрал я самые лучшие телефоны на AliExpress, которые больше всего продаются, а именно на магазине Black Peak. И тут у нас на первом месте, однако оказался Dugi X5 Pro. Смартфон 4G LTE с 5-дюймовым дисплеем, HD экранчик IPS и процессор 6735 4-ядерный. Android у него стоит 5.1. 2 гигабайта ОЗУ, 16 встроенной памяти, камера на 8 мегапикселей. Стоит он у нас тут получается так, 70 баксов. И тут есть еще одна какая-то версия, но ее сейчас в наличии нету. Ну, значит, $70. Вот, тут вот, больше это, наверное, 70-99, может какой-то... А, аксессуарчик, что там, непонятно, короче, ладно, неважно. В общем, два цвета здесь есть, белый и черный цвет. В принципе, телефончик неплохой, динамики у него хорошие, разговорные, полифонические, все здесь в порядке. По поводу камеры, средняя камера, вот, и, кстати, экранчик неплохой, там яркий, и качество сборки очень хорошее. И тут у нас, короче, так, аж 1347 голосов за этот товар, а звездочек у него аж 4,9, а заказов всего 1788. Так, ну очень даже неплохо такой покужатель, понимаешь, по заказам очень довольно-таки много. Тут у нас даже видос какой-то есть на этом самом на сайте Black Peak. Вот мы его сейчас так глянем по бырику. Что там у нас? Так, на две сим-карты. Кстати, все слоты отдельно, вот это круто. Отдельный слот под microSD и два слота под сим-карты. Батарейка съемная. Dugi X5 Pro. Вот такой вот у нас аппаратик. Тут его клацают, смотрят, юзают. Так, что там у нас дальше? Тут у нас сертификаты всякие. Dugi, ух ты, сколько коробочек, однако. В общем, что я вам хотел сказать, все. Кому надо, ссылка, кстати, в описании. Переходите, покупайте. Black Peak магазин проверенный, работает уже давно. Так что всем спасибо, пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.